Если вы хотите знать, кто купил казино на Аризона РП, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Но перед всем этим Аризона, Ролиплей Феникс, IP, а также мой никнейм Данте Коннор находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, в котором выходят абсолютно все анонсы касательно абсолютно всех видеороликов на моем вот этом вот канале, включая сам обзоры и все прочее. Поэтому заходите по ссылочке в описании и занимайтесь всеми правильными вещами. Ну а мы начинаем. Не так давно я уже рассказывал вам про флеш-монополию. Ролик есть где-то на канале, вы сами понимаете, что мне сейчас его достаточно сложно искать, потому что у меня более 450 роликов уже, блять, понимаете, и они выходят каждый день уже в 20:00. Мне чисто по-человечески сложно найти, блять, эти ролики. Вы че, вы прикалываетесь там, блять, или че? Поэтому, как бы, посмотрите все вот эти вот ролики сами, вот, как бы, все абсолютно, которые вы там можете знать, которые можете не знать, 450 видео роликов и найдите тот самый видеоролик, который был про донатера флеш-монополии, при том, что там достаточно много просмотров на том самом видеоролике. По-моему, он называется Аризона РП Хитманы, все о фракции, и там 1500 просмотров за 3 недели, поэтому как бы найдите данный видеоролик на моем канале и вот посмотрите его, также сделайте какие-то свои выводы по поводу всего этого и уже сможете как бы начинать что-то вот там вот такое вот делать. Поэтому как бы я обо всем об этом рассказывал, о семье флеш-монополии, о том, сколько они донатят. Правда, я не рассказал о том, откуда у них такие деньги. Возможно, там, я не знаю, человек, который донатит, он работает в Газпроме, возможно, у него папа работает в Газпроме, возможно, мама, возможно, какие-то еще дальние родственники работают на каких-то госкорпорациях и имеют доступ к миллиардам денег, именно поэтому они могут позволить себе и стримерам донатить какие-то большие дивиденды и, так сказать, на сервера сам подонатить вот такие вот большие деньги. Да так, что для них строят отдельные островы, а создают отдельные специальные организации под названием Хитманы, про которую я уже рассказывал, про которую уже был видеоролик, и вы можете посмотреть. Да так, что уже даже позволили этому самому донатеру купить казино. Ему позволили купить казино на сервере, по-моему, вот этом вот, знаете ли, 11-м Прескот. Я точно не ручаюсь, но вот именно он смог вот стать владельцем этого самого казино 4 дракона. То есть то казино, в которое входят больше всего людей и которое, как бы, сами понимаете, вообще никому не должно принадлежать. То есть до этого оно просто было государственное, но вот так вот. Теперь он стал владельцем казино на сервере Юма. До этого у него абсолютно все привилегии были на сервере Прескот, это 11-й сервер, сейчас он стал владельцем казино на сервере Юма. Я не помню, какой это по счету сервер, 8-й, 9-й, 11-й, 20-й, абсолютно точно не важно. Важно только то, что деньги в этом мире решают абсолютно все. Решают все, кроме, допустим, каких-нибудь обзоров моих, потому что купить какое-то заказное мнение в моих обзорах за деньги не получится вообще, поэтому как бы можете не пытаться, хотя можете попытаться, а можете и не пытаться. Ну, то есть, как бы, сами понимаете. И вот сейчас, как бы, купили казино. Я вообще не знаю, как бы, с чего казино может зарабатывать. Там вроде нету никаких комиссий. То есть, ты, допустим, играешь с человеком там на 5000 фишек и, типа, получаешь, по-моему, 10000 фишек. Вроде как комиссии там никакой не существует. Поэтому, ну, вообще непонятно, с чего будет зарабатывать этот самый донатер и вообще сколько за это самое казино нужно платить. Жалко, что флеш-монополия не является каким-нибудь, я не знаю, GTA сам ютубером, потому что я уверен, что у него было бы там уже, я не знаю, возможно, 1050, возможно, 1100 подписчиков с такой активной рекламой. То есть там Вертеич уже сделал про него видеоролик, я сделал про него видеоролик, собрал просмотров еще какие-то, я уверен, люди сделали про него видеоролики, и также, как и я, и, допустим, Вертеич, набрали на всем этом просмотре. Я также видел там где-то превьюшку, что вроде как взяли интервью даже у этого самого флеш-монополия. Я уж не знаю, какие вопросы у него там спрашивали, наверное, какие-то вот эти, знаете, типичный, типа, когда начал играть в самп, откуда такие деньги. Ну да, я Вертеич, я делал, там, знаете ли, дом в Майнкрафте, а также я делал дом для флеш-монополии. Вот, а еще я когда-то в казино проиграл.
75 тысяч. Вот, всем пока. Я он на вопрос, откуда такие деньги, ответил, типа, не знаю, там, мама подарила, или вообще, там, я не знаю, неприлично вообще задавать такие вопросы, вы в следующий раз подумайте, а потом уже, как бы, можете спросить. Но я вот лично отвечать на вот все вот эти, вот, знаете ли, вопросы не буду. На самом деле, было бы очень интересно посмотреть на то, сколько приносит казино на вот этом вот самом проекте. Насколько я знаю, вот был один ютубер, который смог купить казино на Advance Roulette Play, по-моему, какое-то там специальное казино в Лас-Вентурисе, это был виртуальный бродяга, у которого там было вообще миллиарды, дохренилиарды просмотров. Сейчас, видимо, виртуальный бродяга сошел с ума. Раньше я смотрел его видеоролики, при том, что его видеоролики по производству вообще из себя ничего сложного не представляли. Он мог клепать, пока там на роликах, я не знаю, по 1000 просмотров не будет. Но, к сожалению, вот решил от нас уйти, решил нас покинуть и все-все-все прочее. К сожалению, узнать то, сколько зарабатывает владельцы казино, мы не сможем. Возможно, когда-нибудь в будущем, но точно не сейчас. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на канал, отписывайтесь от канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки и делайте все прочие видеоролики, которые вам только будут успешны. Заходите на Резон Ролиплей, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Всем спасибо, всем пока.